Сегодня у нас премьера театрального проекта «Домашний театр». Мы за 3 месяца поставили пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь». В чем уникальность нашего проекта? В том, что в этом спектакле участвуют непрофессиональные актеры. У нас есть владелец сети кофеен федеральной сети, владелец юридической фирмы, владелец агентства недвижимости «Центури 21», топ-менеджер банка. Открытие очень интересно всем нам было погрузиться в эту атмосферу. За 3 месяца нас режиссер научил двигаться, научил вживаться в роль. То есть, соответственно, мы вообще без опыта, и вот этот проект дал нам возможность прикоснуться к великому. Я прямо сидел, думаю, yes, здорово, мы сделали все как нужно. То есть моя картинка, она нарисовалась, и все как нужно. Но я надеюсь, что сегодня они не подведут. Я им желаю ни пуха, ни пера, чтобы они поработали на все 120% и получили главное удовольствие от игры. Главное, чтобы они получили эмоции, и эти эмоции они дошли до зрителей. Вот это самое главное.